Sub-Zero. Здоровч. Это издевательство. Кто из отдела баланса решил, что закинуть на один этаж Гидра и Криовестника в бездны будет хорошей идеей? А ведь когда-то самым опасным противником на 12 этаже бездны был Криослайм. С каждым патчем бездна становилась все сложнее и менее приветливой к новичкам. Вы представьте лицо человека, кто начал играть в Genshin Impact с полгода назад и решил проверить свой скилл на 12 этаже бездны. Выглядит эта ситуация как троллинг комьюнити от разработчиков. Ну, мне нравится, как оно горит. Ну, люди в шоке, глаза аж вылазят у них. Ну, а мне это по приколу. Но те, кто играют в Genshin давно, недовольны слишком легкой бездной. Их аппетиты растут, а разработчики пытаются подобным игрокам угодить с каждым патчем, усложняя бездну и не упуская возможность подзаработать, прописывая врагов таким образом, дабы те подходили под персонажей актуального ивентового баннера. Как бы намекая, хочешь проходить легко, молись. Выбивай легендарных персонажей, созвездия, качай, фарми артефакты. Конечно, можно проходить даже нынешний 12 этаж строго эпик персонажами, но для подобных мувов нужны созвездия, артефакты с отличными статами, что при недостаточном везении может вылиться в годы фарма этих артефактов. Ну и куда же без легендарных оружий? В этом ролике я бы хотел дать парочку советов, как немного облегчить себе прохождение нынешнего 12 этажа бездны. И первый совет, самый простой, поддаться на провокации разработчиков и задонатить. А сделать это можно на сайте Genshin Drop. Думаешь, скам? Донат здесь дешевле благодаря Codashop, официальному партнеру Genshin Impact, через который проходит оплата. Никакие сторонние приложения не могут прописать примогемы на твой официальный аккаунт, если только ты не любитель запрещенных приватных серверов. Донат происходит через UID аккаунта, никаких паролей от него и передачи третьим лицам не нужно. Все еще сомневаешься? Я много раз донатил через Genshin Drop, даже делал это онлайн прямо на стриме, и никакого бана не случилось, а воспользоваться этим или нет, выбор за тобой. Genshin Drop. Сохрани свою почку. Получай примогемы выгодно. По ссылке в описании. Итак, в первой половине 12 этажа проблем быть не должно. Замечательно, если на аккаунте присутствует Райден, почти любой отряд с ней в легкую ломает все, что тут есть. А вот вторая половина приготовила коктейли из Гидра и Криочеликов. Нам надо как-то пробивать их щиты и желательно не замерзать. С этим замечательно справляется Беннет. Его ульта накладывает пиро статус на активного персонажа, что будет снимать заморозку или вообще не давать замерзнуть. И быстрый откат элементального навыка Беннета отлично ломает их Крио щиты. А с Гидро щитами отлично справляются дендро персонажи. Я взял Нахиду, но как вариант можно поменять на Альхайтама или Тигнаря с Фишель. Главное взять Беннета, с ним будет в разы легче. Дальше у нас дендро петух. Это вообще изи, ходячий манекен. Вторая половина — летучая электромышь. Легко разносится дендро персонажами и подорванными арбузами. Короче, второй зал не чувствуется вообще. Даже играя на расслабоне, времени в запасе у меня осталось больше минуты. Теперь последний, третий зал. Мне нравится, как оно горит. Крокодильчик с котиком довольно грозные. Если не играть клешнями, как я, можно воспользоваться одной фичей. Пока проигрывается анимация ульты, персонажи не получают урона. Мы же не зря брали Райден в этот отряд. За счет подкачки энергии можно постоянно прожимать ульты персонажей в моменты комбо-атак зверинца, и большая часть урона попросту игнорируется. Остальные тычки избегаем уклонениями. Во второй половине с отрядом из дендро гидро персонажей и Беннетом креститель превращается в манекен. Крио щит ломает на старте Беннетом, выносим гидрощит, а следом увлажняем пирощит. Это и боем сложно назвать. Бедный креститель даже атаковать не успевает. Все, 36 звезд у нас в кармане. Самые неприятные в нынешней бездне — это зверята и гидрокриовестники. Если вестников можно законтрить Беннетом и несколькими траями, то котик и крокодильчик могут стать сложной преградой. Тут придется ловить тайминги, чтобы не получать лишнего урона. А как вам нынешняя бездна? Какой зал показался вам самым сложным? Кто победит? Зоопарк или вестники? А на этом все. Жду тебя в следующих роликах или моей телеграм-дискорд группе. Также на стримы залетай, как время будет. Все ссылки в описании. Ну и покеда!